Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский сумка у Аксона. Вот как делать заказ. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Раким. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Все, давайте. Шабан, занимайся. Я здесь не буду. Я поздоровалась. Да. Так, получили крокодила, тоже долго ждали всю эту партию эту. Так, сейчас, девочки, начнем. Сразу хочу сказать, цена оптовая у меня для всех. Часто пишут мне такое, ну, новенькие клиенты, вот хотим заняться оптом, какая будет для нас цена. Многие знают. Я отвечаю, цена для подписчиков, для оптовиков одинаковая. То есть для меня нет разницы. Я обещала, что буду отдавать подписчикам по оптовым ценам. Поэтому для всех одинаковая цена. У нас приезжают, у нас очень много оптовиков. День, ну, на 200 могут, на 300. Это не так часто. Это есть такие крупные клиенты. Ну, они добирают, это винтаж, да, он тяжелый, как бы. И, ну, сумка дорогая, там, даже взять, не знаю, там, штук 20 уже сумма выходит, да, такая вот. То по мелочи, а так приезжают там на 50, на 60, ну и за день получается какая-то там сумма. Ну, вот сегодня девочка-оптовик, да, приезжала, она брала буйвол, винтаж на 52 тысячи она набрала. Ну, да, и спрашивают, говорит, Алла, скажи мне, как у вас цены для подписчиков ваших и оптовая, чем отличается? Я говорю, отличия ни в чем нету. Опт и девочкам нашим подписчикам цена... Хотите, берите, я всегда, я это... Ну, объясняю чем. У моих подписчиков по 20-30 сумок. Ну да. Они, кто-то приезжает, вот даже клиенты, да, ну как подписчики, да, приезжают, у нас 100 тысяч могут набрать. Вот есть одни клиенты, они там на подарки, говорят, сейчас не летаем в Италию, цены для них адекватные. Есть люди состоятельные. Два раза они перешли на 130-180 тысяч. Да, вот Навруз говорит, да. Он говорит, ну, клиент, они... я говорю, в аптеке нет, говорит, розница, я говорю, как? Он говорит, ну, на подарки берут для родственников, там, тому, говорит, то врачам, то этим, кому-то там, да. Все-таки приличный подарок. Вот, вы мне рассказывали, пришли оптовики, говорит, просят буйвола, вот этого, ну, полукруг, как у меня, 5200. Да. Не дали. Возьмем там сколько, 5, сколько штук хотели. Мы, да, не, да, даем. Для всех, еще раз говорю, цена одинаковая. Оптовиков у нас также достаточно. И, или там приходят, да, например, допустим, пришли, где-то там дешевле увидели, пожалуйста, возьмите там. Там цвета нету, там что-то. Я ни под чьи остатки не подстраиваюсь. Ну, они как рассуждать? Ну, дешево возьмешь, дешево и продашь. Хотят же все, чтобы был цвета, ассортимент, хорошее, ну, там, да, допустим, качество. Качество, да. Я стала клеймо, стала, допустим, на сумке ставить. Это тоже стоит денег. Ну, я стараюсь как-то все улучшить, потому что, ну, чтобы поставить клеймо, это не бесплатно. Бесплатно ничего не делается. Вообще никак. Ну, я хочу работать с лучшими фабриками, то есть, чтобы качество было хорошее. То есть, ну, вот так вот мы работаем. Поэтому по поводу оптовиков я еще раз говорю, если кто-то, ну, смотрит, задается вопросом, для всех все идет одинаково. Или там говорит, а как нам продавать? Я не знаю, это ваше дело, как вам продавать? Я не могу отдать дешевле. Вот заложена такая цена, вот будет этот клатч 15 тысяч, он и будет для всех одинаковый. Хотите, берите, не хотите, не берите. То есть это дело ваше. Ну, есть одна цена для всех. То есть у меня нету такого, что по тайкам это дешевле, кому-то дороже. Может, допустим, набрали там на 232 800. Ну, можем 800 рублей скинуть, да, ну, там оптовикам. Ну, так, общую сумму просят скидку. Ну, вот так вот мы можем сделать. Но ни в коем случае там нету каких-то... Отлично. Да, нет, все для всех одинаково. Для меня, я говорю, мои подписчики, это мои подписчики. С подписчиками работаю только я. Я одна, единственная, которая... Ну вот Алла, я когда уезжала, она говорит, это вообще, говорит, как ты эти с утра до ночи, говорит, это до 12 часов. Я говорю, ну так,
Поэтому только я занимаюсь, ну, с утра и до ночи, можно сказать, и ночью телефоном. Могу написать, да, телефоном. Это ты живешь с этим телефоном, ты никуда. Это, ну как, личная жизнь твоя, это на второй план уходит. Первое, это вот это... Мы в павильоне здесь обычно у нас происходит как? Приходят оптовики, работаем оптом. И ну Оксана и подписчики, уже, да, и подписчики. И собирают товар, приходят, то, что все. Я скидываю, допустим, да? на рабочий, да. это все идет. Какой? Здесь, естественно, постоянно, ну как... Иначе бы не держали трех продавцов, если бы не было никакого сбыта. Это тоже надо понимать, для чего они нужны, потому что постоянно еще шабаны, и мы здесь, и все здесь. То есть, видите, у нас постоянно, ну, может быть, очередь на выходные, так вообще тут. Вот воскресенье очень много, да. Да, и грусть совпадает. Оптовиков, конечно, собирать легче. Оптовики, даже если там делают заказ, ну, много сейчас не приезжают. Отметили этих, ну, вы видите, общая фотография в Телеграм, да? Этих две, этих три, там, эту одну, ну, там, какой-нибудь цвет. Да, забрали, а мне такой же объем. Представьте, каждый из вас, вот сколько пишет, сколько надо уделить, ну, времени на каждого клиента, это очень... Ну, поэтому я еще раз говорю, этим занимаюсь я отдельно, больше ничем. Я единственно делаю заказ в Италию и занимаюсь подписчиками. Все. По поводу того, что сейчас, если начнут писать, не хотим, хотим смотреть сумки, не хотим слушать болтовню. Так вот, я хочу таким также ответить. Хотеть будете у себя дома. А здесь мой канал, и я буду рассказывать о чем захочу, понимаете, здесь я хочу, как хочу, так и буду делать. Если не устраивает там мой этот разговор, я его говорю в начале ролика, промотайте, а дальше смотрите распаковочку. Так что, как сказать, приятного времяпровождения всем. Приятного начинаем. Просмотра. Да, приятного просмотра, девочки, начинаем. Кому слышали, что я начинаю, промотайте и все. Я еще раз, на своем канале будет так, как хочу я. Ну, а это, я считаю, неуважение ни ко мне, ни к чему. Что значит «я хочу», а я этого не хочу, а я вот так хочу. Ну, это я из комментариев, это не откуда, я вот так же читаю комментарии, вот такие вот, натыкаюсь на такое. Ну, давайте так, ремни. Ремни. Цвет, ну, Гималай, 10 тысяч. Это все в килограмм. Рыжие у нас, да, и там с прошлого привода, да, оставались и рыженькие есть. Ну все, 10 тысяч. Я не знаю, навру, сейчас там клиентам не занят, как нам. Все. А ты мне можешь давать? Давай, я тебе буду подавать. Девочки, все фото будут в телеграм-канале. Фото, ну, с двух сторон, девочки. Ал, я не знаю, что. Давай сначала, наверное, мини. Давай. Ну, открывай мини. Я сейчас все тебе кидаю. Ой, какой хвосты какие шикарные. На клатчах. Так, это у нас кошелечь. Это кошельки. Алло, можно рулетку? Рулетку? Хотят замер сделать. Вот. Так, передайте нам. Так, ну, давайте. Вот такие вот мини-клатчи. Смотрите. Я сейчас покажу. Цены остались старые, цены мы не меняем. Ну, я и говорю, что было выкуплено у меня в Италии, это все заберем, но получаем. Больше пока при таком курсе я, ну, не буду делать заказы. Вот что там будет, я прошу, чтобы, ну, почти отправляли, потому что это нереально, курс очень большой. Поднимать, ставить клатчи 20 тысяч я также не могу. Мне надо, ну, удержать просто цену. Я все-таки рассчитываю на то, что может быть курс обвалится. Поэтому заказываем сейчас точно, вот прям точечно, чтобы не было такого, что я сейчас закуплю. То есть у меня есть возможность закупить хоть сколько. Ну, допустим, я говорю про сумки большим объемом. Завтра, то есть через это мы все проходили, до завтра курс рухнул, обрушился, дошел до 60, а у меня будет цена, допустим, заложена по 110. Вот этого я не хочу, поэтому аккуратненько, аккуратненько сейчас работаем. Давайте, девочки, я покажу.
с двух сторон. Аллада Кирибис. У нас сегодня так. Да, да. Вот, там, смотрите, вот, вот этот такой цвет тоже красивый. Вот синие хвосты. Девочки, вот здесь вот такой, здесь вот такой хвост. Смотрите, мы так покажем, чтобы они... Вот, смотрите, шикарные. Здесь более такие крупные. Вот, смотрите. Сейчас, видите, шикарно. Ждем сегодня. Вот такой жемчужный цвет. Синий электрик. Тоже очень красивый. Даже вот они, хрящи. Там есть, а себя меняет. У нас все сегодня с 5000. Зарплату, может, или что была. Я не знаю. Ну, да, сегодня как-то все. Смотрите. Вот такие вот. Видите, вот они. Вот. Хвостики. Гладкие. Вот такие вот есть. Это такой идет, как немножко малиновый цвет. Оранжевый. Зеленый. Так, далее. Кошельки по 7500. Смотрите. Клеймо вовнутрь не на, ну, уже не ставим практически, потому что, как сказать, это очень-очень сложно. Вот из-за этих хрящей ставить клеймо, опасно. Я сказала, да, это надо, хрящи эти мешают, нужна ровная поверхность. Они говорят, это, говорит, надо делать на заготовке. Ну, я... А заготовки как отошьют что-нибудь, так что потом, поэтому уж лучше по наличию. Конечно, конечно. Смотрите, вот такой вот шоколадный, оранжевый. Так, а вот эти... Вот такие вот, вот кошельки. Такие 8500. А, вот этот, это вообще с одинарным. Мы такие уже получали. Они были у нас, по-моему, уже. Вот так вот. Также 8500. Карт-холдеры по 5000. Вот так вот, смотрите. Кожа крокодила не повторяется. Это вот они, цвета, девочки, смотрите. Вот. Кожа крокодила, как отпечатки пальцев. Далее. О, получили вот этот. Вот такой шикарный электрик. Девочки, смотрите, какой шикарный. А, давай я тебе дам. Ты. Смотри. Оранжевые. И рыжие. Ой, хвосты такие тоже. Как вся красивый хвост. Кто спрашивал? Алла, дай мне один Милана. Любой цвет или темный? Любой. Вот такая модель есть. Ой, прям кожа пахнет, как Турция. Не, у нас Италия. Нет, ну да, да, в магазинах, да, запах. В магазин, когда в Турцию заходишь. Да, запах кожи. У нас некоторые клиенты идут, говорят, за 5 метров, говорят, идут на запах кожи. Да где-то что-то хорошее продают. Нет. А цена какая сегодня? Ну, 5500 будет там оптовая цена. Оптовая цена, да. Черный получили тоже. О, фиолетовый, о, смотри. Новый, да? Фиолетовый. Так, давайте, девочки, я начну показывать. Полный магазин. Смотрите. Вот такой вот цвет графит. Фурнитура бывает, ну не на всех, бывает серебро, бывает золото. Тут уж так войдется. Есть петли, вшиваем сами, просим на фабриках. Это, то есть, отдельная плата, я ее сюда не включаю. Ну, я понимаю, есть барсеточная ручка, но я понимаю, что... То есть, если кому-то не нравится, их можно аккуратно срезать. Но... Как мне многие мои клиенты присылают, там на ремешок, цепочку, девочки, на Валберис цепочки 250 рублей. Заказали и все. 15 тысяч клатчи, смотрите. Вот такая вот очень красивая голова, такой в рыженьком цвете. Ну, рыжий какой-то вот. А вот этот. Видите, смотрите. Это старые крокодилы. Я люблю, когда крокодил старый. У него такие головы большие. Вот, девочки, смотрите еще, какой хвост. Ой, вообще шикарный хвост.
как бы произведение искусства. Так, потом я все вот, вот да. Черный, девочки, черный идет брюшко, смотрите, вот такой клатчик. Синяя, смотрите, такой загривок красивый, вот. Вот такой идет малиновый цвет. Вот этот цвет, кстати, сейчас да такой в моду пошел. Оранжевая голова, смотрите. Вот электрики, два электрика. Девочки, здесь поменьше хвост. Вот такой вот. Кто хочет поменьше, и поменьше ячейки тоже очень красиво. Кто хочет покрупнее, пожалуйста. Здесь вообще такой... Вот видел, какой хвост большой. Шикарный, вот они. Вот, пожалуйста, фиолетовый гладкий. Оливковый гладкий такой. Ну, даже не оливка, а алоэ цвет. Гималай, да, в этот раз мы получали эти хвостики, смотрите. Вот, ну, они видно прям с подпалом, очень красиво вот сюда уходит, все вообще шикарно. Этот более прямой, ну вот рисунки, видите, как отпечатки пальцев, я еще раз говорю, не повторяются, шикарные. Так, вот красные, есть такой, есть гладкий красный, смотрите. Ну, вот здесь вот голова какая, девочки, вот здесь красный, вот они как по цвету отличаются. Ой, видите, такой красный, вот такой хвост, тоже отличается цвет. Смотрите, этот марсала уходит, вот чтобы вы видели. Видите, этот уходит прям такой рубин, марс, ну, а этот немножко малиновый, вот, шикарные хвосты. Дальше сумка открываем. Тоже с подарками внутри. А. Чтобы сумки не деформировались. Ремень. Вот модель. Пожалуйста, бочонки. Смотрите, какая очень красивая голова. Ремень идет внутри, все. Цена 42 500. Почему цена такая? Был бы здесь, допустим, еще кожа, да, именно кожа крокодила. Здесь идет бычья кожа. Была бы кожа крокодила, они бы стоили больше 100 тысяч. Видите? О, кошельки. А, у нас кровь. Сейчас я покажу. Давайте открываем. Вот уже, там тоже есть что-то. Ключницы, девочки, ключницы. Пожалуйста. 3 500. Ключницы, кто вот спрашивал, вот они. Ну, ключницы у нас за один день их разбирают очень быстро. 3 500 ключницы. Вот такие вот карт-холдеры, также 3 500. Ну, они, сейчас я покажу, карты входят сюда, девочки, свободно. Смотрите. Вот, и сюда, то есть раз, два, три, четыре, пять, на 5 карт, да, получается. Ну, можно сюда и побольше, и по 2 карты. То есть, все будет. Кошельки 12 500. Вот, а еще клатчи зеленые, да. Ну сейчас я покажу. Смотрите, девочки, кошельки просто. Смотрите, ой, вот этот какой шикарный. Девочки, я показываю. 12 500. Просто. Смотрите. Вот такой кошелек. Здесь карманы. Здесь карманы. Хочу показать еще раз цвета. Просто шикарные. Вот этот потемнее, этот чуть-чуть. А, тут еще этих много. Ладно. Давайте, девочки. Сумка. Вот такая есть цепочка. В зеленом цвете.
все это будет Telegram, размеры, все-все. Клатчи также. Вот такой вот клатч, 15 тысяч. Здесь, ну, цвет фуксия, голова. Вот с одной молнией. Его можно использовать, также цена 15 тысяч, можно использовать как кошелек, хотите, как клатч. Есть, ну, форсеточная ручка, смотрите, какие загривки, девочки шикарные. Вот они. Ой, вот. Вот, девочки, еще какая красота. Вот этот вообще, показать, какой хвост шикарный. Такой вот. Вот еще розовый. А я розовый показала уже. Да? Да. Я уже давно смотрю, я думаю, ты забыла. Давай сумочки покажем. Вот сумки красные. Красный такой бордовый цвет. Так, это показывали? Да, вот никакого. Вот это. Я думаю, тоже там что-то мало. Ну, потому что чтобы не деформировали. Смотрите, девочки, 8500. Вот такие вот кошелечки. Очень удобно в маленькую сумку. Очень даже. Ну вот, сюда, пожалуйста, карты, все что угодно. Вот цвета. Видно вот даже поры. Некоторые приходят сюда и с лупой даже у нас посмотреть. Ну это да, ничего тут, ну как бы мы не то, что я это понимаю, но рассмотреть вот эти, да, вот поры, через которые дышит. Вот такие вот. Вот это тоже какой шикарный цвет. Смотрите, вон, вот эти цвета красивые. Этот прям идет бронзовый. Фуксия. Дальше сумки. Эти у нас давно закончились. На них поднялась цена ровно на 1000. Я сразу говорю, девочки, потому что премиум класса, ну, спрашивают, я предупредила. То есть это немного. Стоили они 10500, сейчас 11500. Сейчас 11500. Это вот это большой, да? Большой, да, у нас же вообще нет, сколько их спрашивали. И маленький, вот. Давай. Подожди, а где? Я маленький тоже заказывала. Там маленьких там немного. Этих, наверное, штук 10, да? Да. Очень должно быть. Вот сейчас. Ага. Ну, какая? Смотрите. Премиум класса идут. Цвет только черный, потому что, ну, это всегда на молния посередине. Вот так вот разобрали, потом аккуратно. И вот это. Вот это, да. Смотрите, также идет премиум класса. Видите? Ну, я говорю, заказывать. Просто я понимаю, что оно хоть сколько, ну, продастся, это без остатков уйдет. И на фабриках не так часто бывает. Я говорю, сейчас просто закупаться на премиальных, ну, дорого, дорого. Поднимать цены, это надо, чем, конечно, чем дороже сумка, тем больше на нее надо делать при поднятии курса, больше подъем, потому что, ну, чем дороже цена. На мелких сумках оно не так заметно, когда если цена небольшая. Если большая, дорогая закупка, то там цене, конечно, стоит. Но я говорю, стараемся так вот удерживать что-то. Ладно, прорвемся. Да, да, все будет хорошо. Девочки, на этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на канал Рахима. И делайте ваши заказы. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.